Вместе со всеми православными жителями страны отмечали 20-й праздник Крещения Господня и в республике Саха-Якутия, где старт крещенским купаниям был дан в сочельник. Слово Ольге Хохлачевой. Буквально до крещенского сочельника в столице Якутии, городе Якутск, стояли 50-градусные морозы, и только в крещение жгучая стужа отступила, давая православным возможность окунуться в купель. По традиции крещенская купель была организована на реке Лена. Церемонию освящения провел епископ Якутский Ленский, владыка Роман, после чего первые желающие совершили омовение. Среди первых окунувшихся был и председатель оргкомитета по организации крещенской купели Айсен Николаев. От всей души поздравляю всех православных христиан, всех жителей нашей республики с этим светлым праздником, праздником Крещения. Это очень хороший праздник. Я уверен, что он и дальше будет в нашей республике только развиваться. Еще раз всех с праздником. Поздравляя горожан с праздником, владыка Роман отметил особую значимость его для республики. Год 2012, год юбилейный, 380-летие Крещения Якутии. Мы должны в мире и благополучии посвятить благодарности Богу за все великие благодеяния, которые Он нам даровал. Пусть каждый человек, который приобщится к этой воде, почувствует всеукрепляющую божественную благодать. Для удобства горожан возле проруби организованы специальные подогреваемые палатки для переодевания, а за соблюдением безопасности следят представители МЧС и скорой помощи. Ольга Хохлачева, Анжелика Тупицына, Михаил Самсонов для телеканала «Союз».